Всем привет! В этом видео расскажу о горячей новинке сезона. Обновленный Twin Power 2024 модельного года. Итак, погнали! Итак, пришел ко мне прямиком из Японии новый Twin в размере 2500S 24 модельного года. И, кстати, теперь снасти из Японии вы можете заказывать через меня. Мои контакты для связи будут указаны в описании под этим видео. Так, 2500 Twin. Давайте заглянем в коробку, посмотрим, как же он упакован, с чем он поставляется. В комплекте документация, как обычно, стандартная, регулировочные шайбы и специальный плавничок, который устанавливается в плечо ротора. Вот такая катушка, выглядит превосходно. Ход нереально плавный, мягкий и бесшумный. У меня на 23-м Vanquish ход гораздо шумней. Работает реально Vanquish, он подсвистывает при вращении. Twin, но из коробки просто изумительно работает. Сам Twin, обратите внимание, как он выглядит. Он выглядит, на мой взгляд, просто шикарно. От золота отошли, остался вот здесь вот золотой элемент. И на юбке ручки. Даже бортик шпули стал теперь серебристым, как у Стеллы. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Осталась также вот эта крышечка из материала CI4+, углепластик. Ротор металлический. Шпуля такая минималистичная стала, серебристая. Катушка, представленная сегодня на обзоре, идет в размере 2500S. И быстро по ТТХ пробегусь этой катушки. Весит она 210 граммов. Передаточное отношение у этой катушки 5,1:1. Нагрузка на фрикцион 4 килограмма. Лесоемкость 0,6 ПЕ шнура. Вмещает шпуля 200 метров. Подшипников 9+1. И за один оборот ручки катушка выматывает 75 сантиметров шнура. Стоимость данной катушки сейчас в Японии на порядка 30 тысяч рублей на момент съемки. Кроме того, что новый Twin стал выглядеть иначе, чем предыдущий, он также обзавелся несколькими новыми технологиями. Infinity Cross – это обновленная главная пара, изменился профиль зубьев. Технология Infinity Drive, шток теперь не соприкасается с внутренней поверхностью шестерни главной пары, а поддерживается специальными втулками. Поверхность втулки и штока очень гладкая, что способствует более легкому ходу катушки и уменьшает потери на трении. Infinity Loop – это сверхмедленная подача шпули, как и у Стеллы, как и у 23-го Vanquish. Теперь укладка шнура виток к витку, а не перекрестная, как было это раньше. Anti-Twist Fine – это появление пластикового плавничка, который расположен в плече ротора и находится под роликом лесоукладывателя. Для чего он нужен? Он поддерживает леску или шнур в натяжении в постоянном, препятствуя ее провисанию и перекручиванию, в результате чего исключается намотка на шпулю петель и образование бород или петель при забросах. И, наконец, это обновленный пакет фрикциона. По сути, поменялся материал, из которого сделаны фетровые шайбы. Как заявляет производитель, они теперь стали долговечней. Этот новый фрикцион стал с более точной настройкой, более долговечный, более стабильный. Новая гайка фрикциона, прикольно выглядит, минималистичная, ничего лишнего. Ухватистая, удобная, фрикцион приятно звенит, как, впрочем, и у предыдущих катушек. Душка цельнометаллическая, в принципе,
все то же самое, открывается щелчком фирменным, все четко. Кноп приятный на ощупь, I-образный кноп стоит у катушки 2500 размера S. А вообще в линейке твины, в принципе, такого же размера, как и предыдущие, от C2000S, самый компактный, и C5000XG самый крупный размер. Ротор у нового твина такой же, как у 22-й Стеллы, отличие только в материале. У Стеллы он из магния, у твина он алюминиевый. Но, тем не менее, это прочный, надежный, долговечный ротор, который способен выдержать колоссальные нагрузки. Корпус у твина такой же, как у Vanquish. Единственное, у Vanquish он выполнен из более легкого материала. Здесь же алюминий, как я говорил. У Vanquish это магний с крышкой из CI4+. Ну, у твина точно такая же крышка корпуса с обратной стороны. Итак, в завершении что хочу сказать. Твин мне очень понравился как внешне, так и тактильно. Ну, ход просто идеальный. На мой взгляд, из всех твинов, которые у меня были, которые я крутил предыдущих генераций, этот, на мой взгляд, самый удачный. Ну а вы пишите обязательно в комментариях, как вам новый твин, что скажете, как вам дизайн, кто-то уже опробовал его, покрутил, может, половил. Делитесь обязательно своим впечатлением в комментариях. Ну а я буду прощаться с вами. До новых встреч. Всем пока.